America, America, God shed his grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Сегодня, наконец-то, я получила визу в Америку. Подавала я на данный момент уже, это был второй раз. 15 мая я подавала первый раз. Нашла фирму, значит, чтобы меня подготовили, написали анкету. Но, к сожалению, никаких корректировок моих документов, никакой подготовки того, что меня ждет в самом консульстве, каким это образом все проходит. То есть заполнили анкету, и то не совсем корректно. И написали на бумажке вопросы, которые у меня будут спрашивать. То есть, где я была, что-то в этом духе. То есть, то, что я и так, в общем-то, знаю, без необходимости, не объяснили, как себя вести, что я могу там услышать, чему я могу удивиться, что я ничему не должна удивляться, что я не должна ничего никак слушать. То есть, и плюс мне там сказали отвечать на вопросы, да, нет, односложно, и все. И поэтому, когда я уже разговаривала в консульстве, я, во-первых, была удивлена тем, что там люди говорят. Я уже потеряла настроение, и я была потерянная. И когда у меня спрашивали, я говорила, да, ну, подруги, ну, там что-то такое, плюс мои эти коротенькие ответы, я ничего не рассказывала, потому что мне так сказали. Мне в визе отказали. Я, понятное дело, расстроилась, но поскольку ехать возможность есть на данный момент, и поэтому буквально через полтора месяца вот фирма Visa Office, в которую я обратилась я в эту фирму через неделю, где-то после того, как мне отказали, я пережила этот момент, ну и пришла обговорить ситуацию, можно ли подавать так быстро, потому что говорят, там через полгода, год еще чего-то. Ну, мне здесь тоже как бы посоветовали, я говорю, ну, мне надо. Ну, раз надо, значит, мне сказали в этой фирме, Visa Office, ну, давайте посмотрим, что у вас в документах, что вам можно подкорректировать и так далее. Посоветовали, чтобы я не одна на этот раз подавала. Рассказали, что отвечать на вопросы как раз-таки надо не односложно, а рассказывать все, что я могу рассказать с хорошим настроением, без потерянности. Подсказали, что корректировать, это очень важно. Подавала в этот раз я со своей дочкой. На себя она, так сказать, взяла часть внимания и, опять же, подтверждение там моих слов. В общем, это было все очень хорошо. Замечательные подсказки, хорошая подготовка ребят в виза-офисе. Мне очень понравилось. Поэтому вот уже когда 15 мая мне отказали, и 27 июня мне уже одобрили визу, и сегодня, 29-го, я получила визу, приехала в виза-офис для того, чтобы поблагодарить, потому что у меня, наверное, ничего не получилось. Сюда еще на собеседование в виза-офис. Мы приходили с дочкой. Нам не давали никаких бумажек с этими вопросами, ответами, просто нам рассказывали на собеседовании, как, что. Собеседование, конечно, было долгое, но все равно огромное спасибо Visa Office нам очень помог. America, America, God,